Выращиваем огурцы в холодном климате в парниках. 22 октября 2017 года парник для выращивания огурцов можно сделать самостоятельно. Для этого СДСП делает короб, в который засыпает перегнивший коровий навоз, поверхность почвы мульчирует сеном или сухостоем. Каркас огуречника после того, как короб готов, необходимо сделать каркас парника. Роль передней стенки будут выполнять листы поликарбоната. Их устанавливают в самодельные дверные рамы, изготовленные из трубы для электропроводки диаметром 20 мм. Для изготовления внешних дуг используют полипропиленовую трубу диаметром 32 мм, которые придают полукруглую форму с помощью паяльника для полипропиленовых труб. Дуги закрепляют на деревянном корпусе метизами. Чтобы укрепить конструкцию, из трубы для электропроводки изготавливают дополнительные опоры. Их прикручивают к основным дугам. Когда дуги готовы, в них делают отверстия для закрепления агроволокна. Крепежи для укрывного материала можно изготовить из электродов. Внутреннее обустройство парника. Внутри парника нужно установить деревянную раму, на которую натягивают шпалерную сетку для огурцов. Такая рама облегчит сбор урожая огурцов. Для выращивания огурцов в холодном климате необходимо соблюдать следующие правила. Установите в парнике аккумуляторы тепла. Можно использовать обычные пластиковые бутылки, наполненные горячей водой. Накройте парник белым укрывным материалом, чтобы создать парниковый эффект. Для того, чтобы укрывной материал не срывало ветром, его можно прикрепить строительным степлером. Открывайте пленку раз в неделю, чтобы проветривать посадки огурцов. Раз в год заменяйте всю почву внутри парника, чтобы внести новые питательные вещества на грядку. Таким образом, вы получите отличный компост, который можно использовать для удобрения других культур. Примерно раз в 4 года укрывной материал необходимо заменять. Для замены используют перфоратор, с помощью которого выкручивают метизы. Для облегчения замены пленку можно закрепить не метизами, а канцелярскими прищепками. Отправить комментарий. Подписка на комментарий. Теперь наши статьи про выращивание растений. И другую удачную жизнь на канале Яндекс.Дзен. Похоже видео строительства парника для растений в старых оконах. Рам 22 октября 2017 года. Конструкция парника для укоренения черенков 22 октября 2017 года. Изготавливаем парник. Для теплых грядок с томатами 22 октября 2017 года. Что делать при появлении тли на огурцах? 27 августа 2017 года. Новые статьи, где можно выращивать яблоки Джона Голд и сколько они хранятся 14 сентября 2021. Открываем секрет экзотичного фрукта Свити 14 сентября 2021 года. Продлеваем жизнь вкусному кустарнику. Какая схема обрезки войлочной вишни осенью 14 сентября 2021 года? Подробная инструкция по применению Эмоверола для эффективного лечения грибковых заболеваний 13 сентября 2021 вольта. Чем польза и вред острого зеленого перца для нашего здоровья 13 сентября 2021 года? Вопрос-ответ. Где можно выращивать яблоки Джона Голд и сколько они хранятся? 14 сентября 2021 года. Продлеваем жизнь вкусному кустарнику. Какая схема обрезки войлочной вишни осенью 14 сентября 2021? Самый лучший способ заготовки. Какие овощи можно сушить в электросушилке 13 сентября 2021 года? Побалуйте семью овощами зимой. Что приготовить из сушеных кабачков 13 сентября 2021 года? Препараты для ветаптечки. Какой аналог Эмоверола можно использовать 12 сентября 2021 года? Каркас огуречника. После того, как короб готов, необходимо сделать каркас парника. Роль передней стенки будут выполнять листы поликарбоната. Их устанавливают в самодельные дверные рамы, изготовленные из трубы для электропроводки диаметром 20 мм. Для изготовления внешних дуг используют полипропиленовую трубу диаметром 32 мм, которые придают полукруглую форму с помощью паяльника для полипропиленовых труб. Дуги закрепляют на деревянном корпусе метизами. Чтобы укрепить конструкцию, из трубы для электропроводки изготавливают дополнительные опоры. Их прикручивают к основным дугам. Когда дуги готовы, в них делают отверстия для закрепления агроволокна. Крепежи для укрывного материала можно изготовить из электродов. Внутреннее обустройство парника. Внутри парника нужно установить деревянную раму, на которую натягивают шпалерную сетку для огурцов.
Такая рама облегчит сбор урожая огурцов. Для выращивания огурцов в холодном климате необходимо соблюдать следующие правила: установите в парнике аккумуляторы тепла. Можно использовать обычные пластиковые бутылки, наполненные горячей водой. Накройте парник белым укрывным материалом, чтобы создать парниковый эффект. Для того, чтобы укрывной материал не срывало ветром, его можно прикрепить строительным степлером. Открывайте пленку раз в неделю, чтобы проветривать посадки огурцов. Раз в год заменяйте всю почву внутри парника, чтобы внести новые питательные вещества на грядку. Таким образом, вы получите отличный компост, который можно использовать для удобрения других культур. Примерно раз в 4 года укрывной материал необходимо заменять. Для замены используют перфоратор, с помощью которого выкручивают метизы. Для облегчения замены пленку можно закрепить не метизами, а канцелярскими прищепками.